По стране имеется достаточное количество койко-мест для больных коронавирусом. Необходимый запас СИЗов и медикаментов, сообщили в Минздраве. Так, по его данным, на 8 июля всего в 78 стационарах по всей республике открыты 5856 коек. Из них 455 – это палаты интенсивной терапии. По городу Бишкек развернуто 2152 койки для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них 163 – это палаты интенсивной терапии. В городе Бишкек, учитывая большее количество выявленных случаев, чем в регионах, специалисты каждые 2 часа ведут мониторинг запаса коечного фонда. При необходимости запланировано открытие дополнительно еще 190 коек, в том числе 30 реанимационных. В регионах коек для приема больных с COVID-19 достаточно. Кроме того, по данным департамента лекарственных средств и медицинских изделий, в аптеках достаточно лекарственных средств и медицинских изделий, необходимых для лечения коронавирусной инфекции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова